Да. Сегодня работа, халтура, насосы. Я профукал свою электричку. Придется сейчас ждать другую. Возможно, зайду в бар, посижу, потому что, ну, погода, сами видите, какая. Егор, ты забыл, что нафиг сейчас еще только 8 утра. Какой нафиг бар? В лучшем случае КФЦ. Сегодня вообще хотел поехать на бложку, вот, и заеду на бложку, только что не получится погулять по ней, вот этот вот час, который меня сейчас съедает, мое просиживание штанов, я, наверное, потрачу на что-то более приятное. Вот еще вам сейчас покажу ту штуку, которую сделал для вот этого малыша. Это вот такая простая система цветных фильтров. Я еще пока их не тестировал, не пробовал, вот только-только сделал из говна и палок. Посмотрим, что и как из них получится. Ну, как вы поняли, ничего я сегодня не купил, только чай купил себе с пряностями и все. А возможно, я загляну туда еще завтра. Извиняюсь, друзья, облом с бложкой. Сегодня я опять опоздал, поэтому сейчас найду Антона и погуляем с ним. Заодно и Лома по компакт тоже выгуляет с этими фильтрами красивыми. Бульвара Косовского. Сегодня здесь мы. О, синючка. Ты снимаешь 400-ю пленку? Да. Я специально зарядил сперва 400-ю, а потом поставил сотку, потому что... Ну, это был бы полный провал, я считаю. Возможно, у меня нет выбора просто, я остался только 400. У Антона нет выбора. Да, меня решили выбор. Да, пускай! Да, пускай! Двери закрываются. Следующая остановка – поликлиника. В вагоне ведется видеонаблюдение. В случае совершения вандализма и других противоправных.
наш любимый с Антоном типовой сюжет с птицами. А прикинь, если бы у голубей были бы длинные волосы, они бы отлично металлистами кидаешь украшки. Дай совет, как не вляпаться. Надо смотреть в оба. Просто вляпались, реально. Так капитально. Одну историю капитально вляпались. Да. Вот до сих пор оттереться не может. Я уже три места нашел. И все еще воняет. И эти места не относятся к фотографии вообще никоим образом. Замечен котик на горизонте. Антон, достань патрон. Ура! Успех! Антон снимает котиков. Мы стали чуточку ближе к тем сумасшедшим японцам, которые выложили 19 тысяч роликов о том, как они кормят котиков. Антон думает, купить ему еще одну кассету Polaroid или нет. Я доснял ролик на ламо с фильтрами. Посмотрим. Очень интересно, что там в итоге получится. Наберемся терпения, так сказать. Сейчас зарядил второй, просто будем фристайлить. Фристайл, а тут... Неожиданно. Неожиданно пришло лето в Москву, да? Да, но оно на один день просто проездом. Лето проездом. Все. Вот, всего ничего осталось. Сейчас пленки сдадим, они проявятся, и мы их вставим в кино.